Здравия желаю, новобранцы, ветераны, маршалы, офицеры, рядовые. На связи штаб игрового спецназа, сменный сизист Иван Нагибатор. И мы продолжаем проходить Великого Султана. У нас пока что второй глава «Новый век», эпизод 4. 24, точнее. Энез. Давайте начнем. Замок первый. Погнали. Атака. Фракийская компания 1. Замок Энез. Пияли Паша, установите контроль над балканским регионом жизненно... То есть установите контроль над балканским регионом жизненно важно прямо сейчас, если мы не хотим достичь Стамбула. Верно, мой господин. Разрешите мне послать разведчиков? Ну это не Балканы, ребята, вообще-то. Это все еще Анатолия. Что-то как-то напортачили наши разработчики. Ну и за всю эту, наверное, за всю компанию Неза мы, наверное, набьем оставшиеся вот ХП. Ваше Величество, хозяин этого замка зовут Мануэль. Информации о нем нет, поэтому дайте нам немного времени для сбора необходимых данных. Хорошо, может быть, тогда для начала организуем нападение на ближайшие селения и возьмем нескольких пленных? Вдруг они смогут нам что-нибудь рассказать? Мудрое решение, мой султан. Мудрое решение. Несомненно. Так, замок 3. Мой султан, Мануэль пока еще не ожидает нас в своих владениях. Если мы продолжим продвижение с такой же скоростью, то достигнем его замка в течение 2 дней. В каком состоянии наши солдаты? Все хорошо, повелитель. Солдаты бодры, сыты и рвутся в бой. Отлично. Но ты не можешь не радовать? Так, скоро уже 4К у меня будет. Конечно, не подписчиков, но все же... И все-таки не зря я пока вот не записывал видос, копил силы. Так, замок 4. Мануэль прознал о наших планах и готовится защищать замок. Однако, если мы ускорим марш, есть шанс успеть напасть до того, как он завершит организацию обороны. В таком случае пришпорим коней. Но! Замок 5. Я не ожидал тебя так скоро, султан. Кажется, ты не рад нашей встрече. Да, я не рад. Что тебе нужно? Мирный договор и твоя клятва в верности. Иди ты к черту! Я убью вас всех! Это мы еще посмотрим. Ну, логично. У меня же, блин, миллионная армия. Даже миллиардная, так сказать, даже. А у них что? У них, блин, даже нам миллион, блин, не накопится. Ну, может, когда мы пойдем в Европу и на Россию, то есть, в Австрию и Россию, то, возможно, накопится. Там еще аравийская компания будет, типа на Аравийский полуостров мы еще попремся и на Кавказ. Вот не знаю, как насчет Кавказа и Аравийского полуострова, но в Европе точно у них там миллионные войска наберутся. Замок НС, ребят. Проклятие! Отступаем во внутренний двор! Солдаты, придержите дверь! Hold the door! Выломайте эту дверь к чертям, пияли!
Да, мой господин. О боже, они внутри! Бежим, скорее бежим отсюда! Не дайте ему уйти! Да начнется бой. Атака. Что ж, ребят, это у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Конец связи.